Да, всем привет, добро пожаловать на мой канал. В предыдущем видео я рассказывала, что у нас будет тур. Несколько дней мы будем на парусной яхте идти по Средиземному морю. В предыдущем видео мы показывали, как мы добирались до порта, а в этом видео я уже покажу нашу яхту. Ну, она не наша, конечно, но на 3 дня мы будем на ней. Мы уже приехали, поэтому покажу вам все. Мы находимся в Финике. Здесь лиман, от которого мы будем отходить на парусной яхте. Нас сейчас тут встретят. Очень красиво. Я прям вся в предвкушении. У нас такой длинный путь был до Финики. По сути, из Анталии до Финики ехать 2 часа всего. А мы 6 часов ехали. Что произошло в предыдущем видео, я все рассказала. Вот. И мы сейчас здесь выйдем. Вот они, яхточки. Очень интересно, как это все выглядит. Никогда не были на парусной яхте. И у нас тур будет. Тур у нас на 2 ночи, 3 дня. Так, ну что, мы уже на месте. Смотрите, как тут красиво. Нас уже встретили. Тут, я смотрю, все прям парусные. У нас в Анталии, в лимане не так, конечно. Здрасте. Так, развиваюсь здесь, да? Бордама. Я расстегнусь сразу. Так, мы уже на яхте. Спасибо. Давайте я сюда пройду. Тут нас такой стол встречает. Красивый. Ну, я еще, конечно, проведу обзорную такую экскурсию по такой яхте. Очень интересно все посмотреть. Так, ну что, поздравляю всех с посадкой на яхту. Браво. Спасибо. Давайте подбиваем. Ну что ж, присоединюсь к славу Дмитрия, от лица капитана. Как капитан, рад вас всех приветствовать. Спасибо, что присоединились к нам в этом небольшом путешествии. Впереди неделя, ну, у кого-то может чуть меньше, но в любом случае очень надеюсь, что эти несколько дней вам очень запомнятся с очень хорошей, интересной, волнительными местами, но безумно запоминающейся стороны. Так что, да, друзья мои, давайте за вас. Спасибо, что приехали. Спасибо. Много эмоций, будет, да, хорошо. То сегодня уже никуда не спешим. Вот, вы сможете попасть на очень красивую крепость Симена и прилежащий к ней маленький городочек, который мне в Турции напомнил маленький кусочек Италии. Завтра с утра и насладиться им. Сегодня вы заночуете в одной отличной бухте, где есть хорошая, кстати, родниковая вода. Холодная бьет, чтобы было не так жарко. Дикие козы к вашим услугам. Если желаете. Подойдите, может, можно и так с ними повзаимодействовать. Вот, сегодня на якоре переночуете. Будет первая ваша ночевка на якоре. Завтра посетите остров Кикова, крепость Симена. И завтра же дойдете уже, наверное, к вечеру в Каш. Там вас будет ждать вечерний город. Один из наиболее хорошо сохранившихся амфитеатров греческих в Турции. Остановитесь там в Марине, поэтому завтра будет повышенный комфорт в Марине. Послезавтра пойдете в Калкан, ну а дальше Патара, Капуташ, да, Калкан. Самый длинный песочный пляж, наверное, в Турции, Патара и древний город же там.
Алю Денис, Дарина Бабочек, Гимилер, Фетхия. Если успеете, если захотите, Алексей вас махнет через всю залив Фетхия, да, на другую сторону, в бухту, которая называется Хамам Клеопатры. Она же Хамам-Бэй, да? Да, да. Тут везде Клеопатра была, тут Клеопатра везде была и Святой Николай. Они вдвоем здесь жили. Вдвоем здесь жили, все места с ними связаны. Да, все места связаны с ними, все места исторические, красивые. В каждый день, в каждом месте у вас будет определенная экскурсия вместе с Алексеем. Будете ходить. Так, обувь у вас есть, которая, да? Там такая, чтобы на гору немножечко забираться. Да. Ну, немножечко. Немножечко так, есть. Да, вот, там без неба уже вполне адекватные, так что не переживайте. Цели. Да, вот. Экскурсии, купание. Там у нас собор. Под вами находятся маски, трубки. Вот тут у нас находится удочка. Ласты. Да, к вашим услугам сегодня. Только сегодня нам привезли диван. Нужновато. Там хотя есть вентилятор. Если что, берите свое покрывальце, одеяльце, пледик. Там все это есть. Можете выходить сюда и тут там спать под открытым небом. Все вместе, да? Романтик такой был. Сам сказал, что 8 человек. Вот мы и попробуем все восьмером вместиться. Да, и закончите Фетхие, где у нас по Юриным ЕС. Яхт нет, да, Лето? Да, да. Если нет такого... Быстро веревки крутить. Ну, да. Все новички берут перчатки, а мы и без них. Перчатки нужны, если мы активно работаем со шкотами, и тогда мы прям и так далее. Да, это на регатах нужны перчатки. А в натуре перчатки мало даже. У нас есть чесанные руки. Это лучше, чем перчатки. Ну, типа того, да. Так, ну что, мы стартанули. Поэтому сейчас берем медленно, потому что заправочка вот она, прям совсем рядом. А я как раз подготовлюсь к шлифовке на заправке. Из кармана выйдем и сразу берем. Поэтому по переменам можно заложить. Пытайтесь спросить. Fuel station! Первый раз вижу заправку для яхт. В Анталии есть, но там, где наш катер стоит, там нет такой заправки. И это обычный опет. То есть мы вот подплыли и сейчас как-то будут заправлять. Я не знаю, как это выглядит. Примерно так же, как и автомобиль. А где открываем вот этот топливный бак, нам подтаскивают шланг и заливаем топливо. В общем, мы тут уже отошли от берега. Ур ловит рыбу, вот там у него леска прям на ходу, он там, не знаю, какая-то у него там система. Удочки мы свои не взяли, хотели удочки взять, но неудобно было за ними заезжать, поэтому мы просто то, что здесь есть, ну, на яхте у них есть тоже удочки. Пока мы вдоль идем, мы идем до Демре сейчас. В Демре у нас будет остановка, ужин, собственно, там мы будем и ночевать тоже. Компания «Капитан» с нами, ребята, вот пар обладает уже, и Дарья наш повар. Вот, все, погнали. Смотрите, какой красивый закат у нас. Солнышко заходит. Так, в общем, мы сейчас выдвинулись, получается, да, у нас уже был закат такой красивый. Пока еще видно, пока еще светло. Значит, у нас будет остановка, по-моему, в Каше. Сначала есть такие волны небольшие, но, в принципе, плавненько мы так идем. У нас будет ужин. Давайте я вам здесь покажу. Смотрите, как красиво, вообще обалденно, непривычно. Ура здесь, удочка, ну, леска. Не знаю, что он там что-нибудь поймает, не поймает, не знаю. Ну, пока все нравится, очень красиво, очень комфортно. Ребята с нами тоже такие прям хорошие, нам повезло. И получается, наш капитан
и наш повар Даша, тоже хорошие ребята. Ну, короче, все нравится, прям супер. Очень классно было бы поехать сюда на неделю, это вообще прям было бы обалденно. Жалко, что у нас нет времени, так бы мы, конечно, на больше. Ну, будет остановка, я вам позже считать, конечно, все конкретно. Так, будет остановка, я вам потом все тоже покажу. Мы тут с Уром с утра пораньше, в 6 утра, решили рыбу половить. Красивый закат, рассвет, закат, рассвет. Клюет сразу, да? Угу. Только маленькая очень. Мы одну уже поймали, она прям совсем маленькая. Такой серьезный. Непонятно, да? Видно, клюет. Все? Кормишь? Так, ну что, мой улов сегодняшний. Еще две. Слушай, если такие большие были бы, ну, классно, мне кажется. На воблу похоже на нашу. Че, воблу? Вобла. Не знаю, что это за рыба. Это рыбак. Третий. Не надо сюда ставь. Да? Что, выкинем их? Конечно. Красивый. Бакварный. Забери дома. Поцелуй. Они умерли, по-моему. Все? Угу. Будешь есть? Да. А ты ешь вот это же анчоусы, маленькие такие рыбки солененькие в России. Какие? Ну, такие маленькие, анчоусы называются. Помнишь, соленые ты кушаешь? Я. Ну, тоже можно так же сделать. Тебе чуть-чуть глубоко надо. Ну, да. Но все равно прикольно. Молодец. Доброе утро всем, друзья. Вчера очень поздно мы легли спать. Смотрите, где мы, в каком красивом месте. Сегодня буду больше уже снимать, показывать. Ой, как вы уже поняли, мы на парусной яхте. Здесь очень красиво. С утра успели рыбу половить чуть-чуть. Ну, тут мелкая вся, вы видели. Вот. Скоро, наверное, будем завтракать и уже отплывать дальше, плыть по маршруту. Пошел поспать еще. У нас там ребята уже кто купается, кто что. Время 8 утра у нас. Дальше буду показывать, в каких местах мы еще побываем, но уже в следующем видео, друзья. Не забывайте, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!